Что такое рак и как он возникает в организме? Рак – это заболевание, которое вызывается мутацией клеток. Раковые клетки отличаются от здоровых тем, что у них неправильно работает клеточный цикл. Здоровая клетка имеет несколько этапов цикла. Деление, рост, созревание, старение и отмирание. Раковые клетки также делятся, только с большей скоростью. Кроме этого, они могут не умирать, образуя скопления или опухоли. Они могут образовываться в организме любого человека. Но большую роль играет общее состояние организма и иммунитета, так как от этого зависит, сможет ли организм самостоятельно побороть развитие болезни.